Сейчас Сергей Клюев из команды Сочи Стар – это уже опытный боец с 9 победами в 15 боях в своем послужном списке. Причем все победы он одерживал в первом же раунде. И в 23 года на турнирах ACA он побеждает очень крутых соперников. При этом его профессиональный дебют произошел в 18-летнем возрасте. И уже тогда почти сразу он начал выступать в рейдже M1 Global. Сегодня мы с вами посмотрим первый бой Сергея на турнире M1 Challenge 77, который проходил в его родном городе Сочи. Юноша был местной знаменитостью, и поэтому на трибунах собралась внушительная группа поддержки. А его соперником стал не знавший поражения украинский боец Сергей Волошин из полтавской команды «Бронебор Тим». На его счету было 3 победных боя на турнирах по смешанным единоборствам и титул призера чемпионата Европы по кэмпо карате. M1 Global presents. С приходом октября становится все холоднее, а согреться и быть всегда здоровым помогут занятия спортом. Предлагаем вашему вниманию крутую экипировку от компании «Великоросс». Стильные спортивные костюмы для настоящих богатырей и их славных подруг впечатляют разнообразием. Плотный хлопковый футер или более легкий пластичный материал. Модное худи или практичная толстовка на молнии, модели с лампасами и с принтом на спине, в различных цветовых решениях. Яркий красный, сдержанный графит, универсальный черный, брутальный хаки, современный деним. Каждому найдется костюм по вкусу. Великоросс использует самый качественный гироскопичный хлопок, который позволит сохранить тепло на улице и не вспотеть при самой интенсивной тренировке. Амбассадоры бренда – титулованные атлеты. Они выбирают Великоросс для занятий в зале, для пробежек на улице, да и просто для прогулок и активного отдыха. Удобство и комфорт гарантированы. В описании и закрепленном комментарии я оставил ссылку на магазин, где по промокоду M1 вы еще и получите скидку. Переходите и заказывайте одежду от настоящего отечественного бренда. Итак, господа, трехраундовый бой в легчайшем весе. Представляю вам спортсменов. Спортсмен в синем углу. Ему 26 лет, вес 61,1 кг, рост 175 сантиметров. Профессиональный рекорд. Три боя, три победы. Он призер чемпионата Европы по кэмпо карате. Представляет «Бронебор Тим» Полтава. В синем углу Сергей Волошин, Украина. И его соперник в красном углу. Ему 18 лет, вес 60,9 кг, рост 174 сантиметра. Профессиональный рекорд. Два боя, две победы. Он победитель первенства города Сочи по смешанным боевым единоборствам. Участник турнира «Дорога в М1». Представляет клуб «Сочи Стар» из города Сочи в красном углу. Сергей! Рефери в ринге Вячеслав Киселев, Санкт-Петербург, Россия. Итак, правила помним, не нарушаем. Работаем 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем мои команды и деремся активно на протяжении всего поединка. Руки пожали. Угла! Two undefeated fighters in the bantamweight division. The Ukrainian Sergey Volosin versus Sergey Kluyev, fighting here in his home city, in front of a lot of home city support in Sochi. Round number one. Camouflage trunks for Volosin, gray trunks for Kluyev. Vyacheslav Kiselev is the referee. Kluyev, 18 years old and a professional. Wow, unbeaten as well, so what a career this guy has ahead of him. Right hand from Kluyev. The Sochi crowd wants to explode in his favor. Nice. Stiff left hand. Nice left hook. Volosin firing right back. Volosin is... Oh, huge he's right out. Hand. He, oh, wow. That is it. Just like that, a lightning strike win for Sergey Kluyev. He's now 3-0. He came back around when he hit the canvas. He was out as he was falling. What a superstar we have here in M1, Sergey Kluyev, 18 years of age, knocking people out. Wow. This Sochi crowd wanted to explode, and indeed they have. Well, there's not many professionals at 18 years old, but to finish a fight like that, what a prospect, Sean, what a prospect. His first two wins by way of first round submission,
His third win by way of first round knockout. Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств, поединок длился 22 секунды. Нокаутом в этом поединке победу одержал спортсмен из города Макгрегор уже волнуется. Я не знаю, что будет дальше. Такое начало. Волновался, не перегорел, молодец. Такая мощная поддержка. Весь фан-клуб сегодня пришел. Ну, кто твой главный болельщик здесь? Моя мама. Мама здесь? Да, вон. Я люблю тебя, мам. Хочу сказать спасибо моему тренеру Топчану Агобу, Самиру Абдуллаеву. Всем большое спасибо, кто пришел поболеть за меня. Моему брату, всем спасибо. Спасибо Вахе, моему спонсору. Спасибо всем. Шамиль, я вас всех вижу. Спасибо большое. Калус, Саша, Артем, спасибо большое вам. Ну и просьба от болельщиков на будущее. Растягивай удовольствие. Болельщики любят интересные, хорошие, яркие, зрелищные поединки. А сегодня мы от души тебя поздравляем. Просто я болел гайморитом. И... Это мы поняли, это заметно, Серега. Сергей Клюев, Сочи, Россия! Both fighters came out swinging in this bantamweight bout. 3-0 Sergey Volushin versus 2-0 Sergey Klyuev. Support from Klyuev in his home city, Sochi, was palpable. This crowd exploded on that right hand. You see Vyacheslav Kiselev move in. The fight was done right there. Volushin is in the machine. Freeman so accurately called, actually woke up when his head smacked off the canvas. But you'll see, he has slept with that right hand. Falls, wakes back up, only to awake to a barrage of punches from Sergey Klyuev.